2022 год богат на юбилеи. Еще одно образовательное учреждение в Люберцах отметило 60-летие со дня основания. На этот раз поздравления принимал коллектив детского сада номер 68. На праздник пригласили и нас. Я желаю, чтобы дети любили свой детский сад. И у них ничего нет дороже детского сада. Самый лучший дом для детей. И сегодня этому самому лучшему дому исполнилось 60 лет. История детского сада началась в 1962 году. За это время в его летописи произошло несколько знаковых событий. Одно из них – открытие в 2018 году нового корпуса на улице поселок Калинина, где и решили отметить юбилей ромашки. Для нас это очень важное событие. Это наш труд совместный, да, плодотворный. Это творчество воспитателей, это любовь к детям, к своей профессии. У нас очень творческие педагоги. И юбилей детского сада – повод показать результаты этого творчества и ежедневной работы с детьми. Воспитанники «Ромашки» выступили перед гостями с музыкальными и танцевальными номерами. За годы, за 60 лет, конечно же, много что изменилось в нашей жизни. И детский сад, который строился по меркам, по требованиям 20 века, на сегодняшний день выглядит совсем иначе. Благодаря тем руководителям, которые работали в свое время в этом детском садике. Два корпуса детского сада номер 68 посещают более 400 детей от 1,5 до 7 лет. В этом году в дошкольном учреждении открыли логопедическую группу. Большой труд коллектива детского сада «Юбиляра», который ежедневно дарит малышам любовь и заботу, отметили благодарственными письмами и почетными грамотами различных уровней. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.